На Кубани реализуется государственная программа «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края», в рамках которой предусмотрена государственная поддержка бизнесменам. Об этом мы сегодня говорим с начальником отдела государственной поддержки малого и среднего предпринимательства Департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Александрой Целищевой. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем с программы. Какие виды господдержки существуют предпринимателям? Насколько они, сами предприниматели активно используют эту господдержку? И какие наиболее популярные инструменты поддержки? Хотелось бы начать с того, что в рамках указа президента у нас сейчас госпрограмма, она переформатирована под региональные проекты, которые коррелируются именно с федеральными проектами, с национальным проектом малого бизнеса. И у нас госпрограмма поделена также на блоки данных регпроектов. То есть это улучшение предпринимательской деятельности, это финподдержка, акселерация малого и среднего бизнеса и популяризация. И все меры поддержки, они выстроены как раз в рамках данных регпроектов. Основной упор у нас сделан на развитие инфраструктуры поддержки малого бизнеса. И мы всячески развиваем и усиливаем наши центры поддержки, которые существуют в нашем регионе. Это фонд развития бизнеса, фонд микрофинансирования, центры поддержки экспорта. Фонд микрофинансирования и фонд развития бизнеса, они закрывают в первую очередь финансовый блок. Фонд микрофинансирования выдает микрозаймы под небольшие проценты для предпринимательства, а фонд развития бизнеса выдает поручительство на гарантии под взятие как раз-таки данных кредитов в банках и по программам фонда микрофинансирования, которые существуют. Также на базе фонда развития бизнеса у нас существует несколько центров различной направленности поддержки предпринимательства. Это центр поддержки предпринимательства, инжиниринговый центр, центр инвестсопровождения. В этом году мы создали два новых центра – инновационный центр и центр прототипирования. И они оказывают различные виды услуги для различного уровня развития предпринимательства, так скажу. То есть центр поддержки предпринимательства, он больше направлен для начинающих предпринимателей, тех, кто только планирует начать свою деятельность. То есть, к примеру, обратившись в данный центр, человек, который только планирует заняться бизнесом, ему могут помочь открыть бизнес, выбрать необходимый налоговый режим для его предприятия, это будучи это юрлицо, либо это будет индивидуальный предприниматель. Также помогают разработать бизнес-план, фирстиль, к примеру, либо сайт. И также на базе Центра поддержки предпринимательства проходит большое количество различных мероприятий обучающих. У нас программа так разбита, чтобы каждый человек, житель нашего края, мог получить образование именно в сфере малого бизнеса. То есть у нас на территории всего региона проходят различные семинары с различной периодичностью и по тем актуальным темам, которые именно определили в том и том или ином районе. Мы собираем предложения от каждого муниципального образования по тем темам, которые были бы им интересны. И в течение года проводим различные семинары, конференции, круглые столы. Второй блок – инжиниринговый центр. Это уже более для развитых предпринимателей, которые занимаются в сфере производства. К примеру, вам необходимо провести переоборудование вашего производства. И обратившись в инжиниринговый центр, через партнеров данного центра, вам бесплатно создадут именно план по переоборудованию, подберут оборудование, тех там специалистов подберут и так далее. Центр инвестсопровождения, он помогает тем предпринимателям, которые реализуют свои инвестиционные проекты, их реализовывать в течение вот периода данного там проекта, к примеру, потому что есть свои трудности, есть свои какие-то вопросы при реализации, там, энергосопровождение, ну, различные темы, по именно что связано с инвестпроектом, там, привлечение финансирования, к примеру, они помогают подобрать ту или иную программу финансирования там, через банки, через фонд микрофинансирования также наш. Фонд микрофинансирования, как я уже сказала, он закрывает финансовый блок, и у нас порядка 13 программ различной направленности. Одна из таких основных упор, которые мы делаем, это для поддержания начинающих предпринимателей, те только планируют начать свою деятельность, и мы выдаем микрозаймы для тех предпринимателей, которые уже работают там не менее 3 месяцев, и у которых еще нет экономических показателей, и банки чаще всего отказывают им в привлечении каких-то кредитных ресурсов. Центр поддержки экспорта – это отдельное направление, мы особенно уделяем внимание, особое внимание уделяем данному направлению, это выходы на внешние рынки.
И Центр поддержки экспорта, он помогает найти тем предпринимателям, которые производят свою продукцию, найти партнера на зарубежных рынках. Мы организовываем бесплатно для предпринимателей различные бизнес-миссии. Участвуют наши предприниматели, участвуют в выставках международных. И отдельная услуга, которая в этом году у нас появилась, это именно поиск партнера непосредственно. То есть, обратившись в Центр поддержки экспорта, предприниматель, заявив свою продукцию и определенное ТЗ, которое его интересует непосредственно, через партнеров Центр поддержки экспорта подыскивает именно контрагента в той или определенной стране, которая его интересует. Либо там через различные исследования и объяснив предпринимателю, к примеру, что эта страна более для него приоритетна, как раз таки здесь уже сотрудничают с, либо через торгпредство, либо через представителей нашего региона в зарубежной стране, к примеру, у нас в Чехии, в Армении есть свои представители, как бы инвеступолномоченные, экспортно ориентированные, которые помогают именно, работая с бизнесом в той стране, именно находить партнера. Поэтому услуги востребованы нашими центрами. К примеру, по итогам 2018 года там порядка 12 тысяч человек получили услуги нашей инфраструктуры поддержки. Но это в целом? Это в целом, да. Ну, там даже эти цифры именно по нашей инфраструктуре. Также у нас развита сеть муниципальных центров поддержки предпринимательства. Мы уже несколько лет реализовываем данную политику, чтобы услуги были более доступны на местах все-таки. И поэтому муниципальные образования в каждом своем районе создали свои центры поддержки предпринимательства муниципальные, которые сотрудничают с нашим центром поддержки предпринимательства и оказывают бухгалтерские и юридические услуги для предпринимателей уже на местах. Активность предпринимателей, которые могут рассчитывать на инструменты господдержки, она увеличивается с каждым годом? Да, у нас динамика положительная. Понятное дело, что здесь еще зависит от финансирования, объема финансирования, которое выделяется на региональном, на федеральном уровне. Но динамика положительная, она растет с каждым годом, увеличивается примерно в полтора раза. То есть в этом году мы там планируем охватить уже более 15 тысяч предпринимателей, которые получат поддержку. И отдельный, то есть у нас упор сделан на тех лиц, которые только планируют начать свою деятельность. То есть мы помогаем, объясняем, как правильно это сделать, чтобы было минимальное количество ошибок у предпринимателей, mm-hmm. потому что основное опасение людей, которые вот только задумываются о том, чтобы начать свой бизнес, это о том, что могут совершить свою ошибку. И здесь у нас отдельно есть программы менторства, наставничества. Есть у нас в этом году образовался свой такой пул амбассадоров, предпринимателей, которые популяризируют эту деятельность и помогают новичкам совершить этот шаг в бизнес и рассказывают о том, как не совершить свои ошибки, которые, допустим, к примеру, они совершали. И поэтому у нас, к примеру, есть отдельная программа «Школа молодого предпринимателя», mm-hmm. которая очень популярна сейчас стала в нашем крае, и многие районы поддержали эту инициативу и проводят у себя данные школы. Давайте поговорим как раз-таки о приоритетных направлениях, в которые направляется государственная поддержка. Основными направлениями господдержки и в соответствии со стратегией и, в принципе, реализациями указа президента у нас является производство и сельское хозяйство. Поэтому большой упор в господдержке, в тех мероприятиях, которые реализуются на территории Краснодарского края, тут является именно сектор производства и сельского хозяйства. И большое количество программ и фонда микрофинансирования по льготным микрозаймам тоже направлены на производство и сельское хозяйство. Если посмотреть по структуре предоставляемых микрозаймов, то у нас порядка 40% это у нас производство, и там процентов 20 сельское хозяйство, примерно. А, даже производство превалирует, получается. Да, производство превалирует, и сельское хозяйство, услуги в том числе, как вот такой это наш костяк, топ, да? Да, костяк, угу. костяк поддержки. Ну, вот. Но, так как я уже сказала, Центр поддержки предпринимательства, он направлен на развитие бизнеса любой отрасли, и поэтому, там, если вы начинающий предприниматель и не знаете, с чего начать, то вы можете обратиться в Центр поддержки предпринимательства. Он у нас является единой точкой входа, на самом деле. Я забыла об этом сказать. В этом году уже мы создали Центр «Мой бизнес». Это программа Министерства экономического развития Российской Федерации на территории всего региона Российской Федерации. Создаются центры «Мой бизнес». Наподобие в МФЦ узнаваемый бренд «Ракета»,
И чтобы любой человек, видя рекламу и ракету, символику «Мой бизнес», понимал, что это место, где ты можешь получить поддержку для развития своего бизнеса. И у нас самое ближайшее время будет открытие данного центра на Северной, в городе Краснодаре. И вот мы надеемся, что это станет такой точкой роста и для развития предпринимательства, и куда могут обращаться жители нашего края за поддержкой. А он будет дублировать функции центра поддержки, или там будет только вот оформление документов? Центр «Мой бизнес», он будет такой, это как бы название бренда понимания. То есть у нас в крае создано большое количество центров, как я перечислила, центр поддержки предпринимательства, прототипирование, инжиниринговый центр. И для обычного человека очень тяжело понимать, куда же ему обращаться. И поэтому центр «Мой бизнес» — это будет такая совокупность всех наших центров, которые будут как раз включать все центры под единым брендом. Да. Поэтому, когда вы будете обращаться в данный центр и говорить о том, что вам необходима услуга того или другого рода, то вас уже будут направлять к конкретному специалисту. Да. Также, то есть, это получается просто мы переупаковали под единым брендом, политика, которая реализуется в регионе, в России, в принципе. Поэтому у нас в этом году стартовала информационная кампания по популяризации. Мы проводим большое количество мероприятий. Амбассадоры краски являются проводником данной информационной кампании. И поэтому вот на территории, в принципе, если посмотреть федеральный канал, сейчас очень часто мелькает реклама «Мой бизнес». Не знаешь, с чего начать, обращайся в «Мой бизнес». Не знаешь, где взять деньги, обращайся в «Мой бизнес». И поэтому сейчас тоже такой становится узнаваемый бренд. И видя там данную рекламу, даже, к примеру, по федеральным каналам, человек уже понимает, куда ему обращаться именно в его регионе. Насколько я помню, и вот многие эксперты говорят, когда только открылся центр поддержки бизнеса, была проблема с информированностью. Потом возникла проблема с тем, что называется, неверием, да, в среде предпринимателей. Они там не верили, что все услуги бесплатные, что им помогут действительно вот на основе господдержки. Как сейчас этим обстоит дело? То есть уже мы переломили вот эту ступень недоверия? Можно сказать, что да, переломили. Во-первых, информирование жителей региона о данных мерах поддержки, она уже расходится как сарафанное радио, то есть уже большое количество, как я уже сказала, там порядка вот в прошлом году было там порядка 10 тысяч человек, и люди уже передают информацию из уст в уста, говоря о том, что, во-первых, о качестве данной поддержки. Мы ежегодно работаем вот над качеством данных наших услуг, их трансформируем, получаем обратную связь от предпринимателей, которые получили эту поддержку, и каждый год ее улучшаем. И мы над этим, как бы, у нас отдельный вот контроль над качеством именно предоставляемых услуг. И сейчас у нас уже стоит очередь за данными услугами, на самом деле, потому что их, к сожалению, ограниченное количество. Потому что хотелось бы сделать акцент, что они бесплатны для предпринимателей, но за эти услуги оплачиваются партнерам фонда, то есть не сами центры оказывают данную услугу. То есть это не люди, которые работают в центре поддержки предпринимательства, они не самостоятельны. То есть у нас есть пул партнеров, квалифицированные специалисты, организация, которая в той отрасли, они являются топами, лидерами в данной сфере. И поэтому уже через фонд развития бизнеса оплачивает эту услугу данной организации, которая уже оказывает предпринимателю, к примеру, там, разработку бизнес-плана. Поэтому здесь она не бесплатная поддержка. Для человека, который обратился, она бесплатная, но за нее оплачивает государство. Поэтому за качество мы ручаемся, можно сказать, что стопроцентное качество. Но и сейчас все равно у нас проходит большое количество мероприятий, которые также рассказывают о центре «Мой бизнес», к примеру. Мы участвуем в различных там, мероприятиях, активностях, которые проходят на территории региона. Какие мероприятия? Давайте расскажем. Например, прошел форум «Дело за малым» в октябре месяце, который собрал очень большое количество участников. Также у нас в ближайшее время планируются мероприятия на территории муниципальных образований. И также мы участвуем в мероприятиях народного характера. К примеру, там сейчас будет неделя распродаж, и мы также, там у нас будут свои точки,
И мы хотим все-таки, чтобы люди увидели этот бренд и понимали, куда им обращаться. Потому что не все читают Инстаграм, не все заходят в Фейсбук, ВКонтакте. И люди, иногда все равно получаешь обратную связь, что «а я не знала, а где это, что это?». Здесь, конечно, сказывается еще, может быть, нежелание людей эту информацию получать, потому что, ну, если тебе это неинтересно, то ты, наверное, не будешь эту информацию где-то искать. Но все равно мы хотим информацию давать более, делать более доступной для жителей нашего региона и рассказывать о том, что начинать свой бизнес не страшно, это, наоборот, интересно и прибыльно. А какова доля сейчас у нас малого и среднего бизнеса в общих цифрах в крае? Если брать по численности занятых в сфере малого бизнеса в общей экономике, то порядка 28,8% занято. Если брать по доле именно численности МСП, количества, то там порядка уже 80% среди общего количества субъектов экономической деятельности. Ну ведь, насколько я знаю, согласно национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство», да, и развитие индивидуальной предпринимательской деятельности. Могу ошибаться, но, по-моему, там нужно будет в Краснодарском крае довести количество предпринимателей до цифры 1 миллион 58 тысяч. Задача амбициозная для региона. Реализуемая. Задача очень амбициозная. И сейчас вот все меры, которые у нас реализуются, они направлены в первую очередь на вовлечение тех людей, которые еще не заняты в сфере МСП, как раз в занятия бизнесом. Отдельный упор также сделан на работу со студентами и теми людьми, которые как раз только сейчас заканчивают свои университеты. Ну, выпускники будут. Да, мы хотим взрастить вот тот пласт предпринимателей с новым мышлением, потому что на самом деле поколение, которое было все-таки 90-х, и сейчас поколение, оно очень сильно отличается. И это, там, участвую в мероприятиях, которые там, ну, к примеру, со школьниками проводим обучающие мероприятия. Там наши предприниматели успешные рассказывают о своем пути успеха в данной сфере. Очень много, на самом деле, креативных идей у школьников, и у них нет вот этих рамок предпринимательства, и они еще не думают о том, что могут быть какие-то проблемы столкнуться, как вот были в 90-е, к примеру. И они думают более масштабно, креативно, и идеи очень, на самом деле, крутые и интересные. Что касается теневого бизнеса, с начала этого года 4 региона запустили экспериментальный проект по введению налога для самозанятых. Насколько я знаю, наш Краснодарский край тоже в этом участвует в эксперименте и запускает со следующего года такой режим. Ну, поправьте, если я не права. Абсолютно верно, да, что этот режим в этом году был в пилотных регионах: Москва, Московская область, Калужская, Татарстан, да. Практика признана успешной, и со следующего года сейчас 19 регионов пилотных. Мы, к сожалению, пока в пилот еще не попали. Уточняемся, с Караским мы общаемся с и Министерством финансов, все-таки из какого года будет реализовываться данная практика. Краснодарский край готов включиться в данную реализацию именно привлечения самозанятых, потому что, как если брать по рекпроекту, по показателям, которые были поставлены перед регионом, то мы планируем там до 2025 года привлечь порядка 125 тысяч самозанятых, именно которые зарегистрируются как самозанятые и будут реализовывать свою деятельность уже официально через там приложение и оказывать услуги там для населения уже официально. Поэтому сейчас пока еще рано говорить о том, когда все-таки регион включится в программу, потому что там есть разговор о том, что все регионы будут подключены уже со второго полугодия 2020 года. Но мы пока уточняем информацию. Вот на данный момент с 2020 года мы еще пока не попали в те пилоты, где будет реализовываться именно данный налог на профессиональный доход. Налог. Если вы говорите, что край в принципе готов, а каков алгоритм действий, как вы это будете делать? Как выявлять, условно говоря, этих самозанятых? Как их привлекать в официальную нишу предпринимательства? Здесь мы видим основной упор – это все-таки информирование, разъяснительные работы с теми людьми, которые сейчас еще официально себя не зарегистрировали, как самозанятые предприниматели, так назову. Вот здесь поэтому мы видим именно работу и в муниципалитетах на местах, проведение
различных информационных мероприятий, семинаров, потому что самое, что страшно, когда ты не понимаешь, с чем ты сталкиваешься. Когда тебе на пальцах объяснят, что тебе необходимо делать, и что это не страшно, наоборот, это для предпринимателя выгоднее все-таки вести не теневой бизнес, а официальный, и не попадать под те нарушения, которые потом предъявляются, если вас выявили. Потому что, ну, как известно, сейчас налоговая очень хорошо отслеживает тех людей, которые не зарегистрированы через те же самые соцсети, через Инстаграм. Поэтому как только мы подключимся, ну и мы, в принципе, планируем с 2020 года уже начинать проводить такую разъяснительную работу, консультирование людей именно в этом направлении. Вам придется прям доказывать, что они больше, условно говоря, заработают, да, чем сейчас в этом состоянии, если будут пользоваться, опять же, мерами господдержки, да, различными? Да, в первую очередь, во-первых, вся господдержка, которая будет у нас реализовываться, она будет доступна для самозанятых лиц, и это такой один из плюсов как раз регистрации. Второй момент, что вы можете работать с юрлицами, к примеру, если вы будете зарегистрированы как самозанятый, то вы можете уже брать контракты у юрлиц и реализовывать именно уже официально свою деятельность через реализацию каких-то там договоров, контрактов или услуг. Поэтому плюсов больше, нежели минусов. Поэтому мы здесь также видим именно популяризацию через тех же самых амбассадоров. То есть все-таки, когда говорит чиновник либо с экрана, либо лично, это одна информация. Но когда говорит твой коллега по сфере деятельности, говорит о том, что вот я так реализую, и здесь я увидел только больше преимуществ, то уже информация по-другому усваивается. И поэтому политика популяризации сейчас, она перестроена, и упор сделан на то, чтобы все-таки успешные предприниматели рассказывали своим коллегам по бизнесу, о том, что вот я занимаюсь бизнесом, у меня есть какие-то успехи, да, были свои провалы, неудачи, но я с ними справилась с помощью господдержки, с помощью коллег, которые рассказали, как это обойти, как не столкнуться с подводными камнями и дальше реализовывать успешно свою деятельность. Это тот же самый нетворкинг, во-вторых, потому что вот эта школа молодого предпринимателя, коворкинг-центр, который у нас работает на трамвайной 2/6 в Краснодаре, мы вот на базе центра «Мобизнес», который открываем на Северной, у нас будет еще больше коворкинг на 100 человек. Это свой нетворкинг, потому что люди, когда общаются, знакомятся, у них реализуются свои новые проекты. И очень много у нас есть таких приятных примеров, когда в коворкинг приходил начинающий предприниматель, сейчас, там, будучи происшествует там пару лет, он становится партнером фонда развития бизнеса и уже оказывает услуги для начинающих предпринимателей, и его бизнес растет, он становится более успешным, и там даже если брать по показателям, вот, проводим мониторинг господдержки и экономические показатели получателей поддержки оцениваем, то, ну, через налоговые, то в общей сложности, если брать, то у всех предпринимателей, которые получили поддержку, рост экономический именно в прибыли в несколько раз увеличение. Вот так вот. Давайте все-таки еще раз поподробнее расскажем о коворкинг-центре. Мы уже, многие знают об этом, но еще раз проговорим прямо их алгоритм действий. Приходит туда предприниматель, что он может там получить? Я знаю, что там получается бесплатное рабочее место с компьютером, да, условно говоря, с какими-то программами, если это, ну, требует специфика, будь там дизайнер или еще что-то. Вот расскажите. Коворкинг-центр в первую очередь, да, это бесплатное рабочее место для, ну, в первую очередь для начинающих предпринимателей, потому что на начальном этапе не у всех есть финансовая возможность арендовать свое личное место, офис, например, офис. Поэтому, обратившись в Центр поддержки предпринимательства, вам предоставляют рабочее место. Это первая плюшка. Также на базе коворкинг-центра есть там своя отдельная переговорная комната, где вы можете с будущими вашими партнерами проводить бизнес-встречи, такое официальное место. Во-вторых, в-третьих, могу сказать, что сама, в принципе, престижность нахождения, потому что
Если у вас бизнес-партнер, контрагент видит, что вы находитесь в государственной структуре, что все-таки ваша экономическая стабильность и что вы не фирма-однодневка, к примеру. То есть это такой ваш некий статус нахождения под крылом государства, так скажу. В-четвертых, вы в режиме онлайн, находясь там же, то есть у нас на одной базе находятся все наши центры поддержки. То есть вы в любое время можете получить консультацию у любого из центров, и вас проконсультируют и помогут в какой-то вашей там жизненной ситуации на данный момент. Также у нас на базе коворкинг-центра почти ежедневно проходят различные образовательные мероприятия на разные темы. Будут что-то продвижение там, товара в интернете, маркетинговое, там, бухгалтерия, сопровождение, как развивать себя, в принципе, как предпринимателя. То есть у нас большое количество на различные темы идут, проходят семинары. Вы также можете, не отходя от производства, также участвовать в образовательных мероприятиях и повышать свой уровень компетентности в бизнесе. То есть туда можно приходить прямо как на работу? Сколько времени можно пользоваться этими бесплатными услугами? В коворкинг-центре, но здесь зависит от вашей деятельности, от вашей посещаемости. То есть у нас есть, понятное дело, свои есть требования, что все-таки мы предоставляем, у нас большое, во-первых, количество желающих попасть в коворкинг-центр. Вот я о чем, места хватает всем? Ну, у нас есть очередь, понятное дело, что по истечению года, к примеру, многие уже развив себя, они уходят, открывают свои офисы, потому что команда у них расширяется, и им коворкинг-центр становится мало для своего бизнеса. Поэтому, понятное дело, что новички через какое-то время они уходят, и на их место приходят другие. Но, как я уже сказала, мы открываем еще один коворкинг-центр государственный на 100 рабочих мест, поэтому места хватит для желающих, думаю, всем. А есть, может быть, моменты спекуляции? Ну, скажем, вот у человека бизнес связан с компьютером, с выходом интернета, и все. У вас это все бесплатно предоставляется в коворкинг-центре. Вот он пришел и сидит, и не собирается, собственно, офис ему не нужен, там, сотрудники у него на аутсорсе, да? Есть такое? Что в этом случае вы делаете? У нас ограничения есть, понятное дело, что там, сейчас я точно цифру не скажу, но там порядка пару лет, то есть человек больше находиться он не может, то есть у него свой рост уже есть, необходимо все равно обновлять. Поэтому сидеть постоянно в коворкинг-центре, естественно, невозможно, поэтому у нас определенная есть квота по времени. Здесь необходимо уточнить в коворкинг-центре непосредственно, какие условия для определенных предпринимателей, потому что в первую очередь для начинающих, понятное дело, что если у вас срок вашего понимания начинающего уже проходит, то, естественно, вы уступаете место для новичков, которые только начинают свой путь. Ну и подытоживая все вышесказанное, давайте определим, насколько благоприятна сейчас среда в Краснодарском крае для развития предпринимательства, учитывая все моменты. Краснодарский край, в принципе, является лидером по развитию малого и среднего бизнеса. Мы занимаем 4-е место среди регионов, там уступаем Москве, Московской области и Питеру. И в нашем крае широко развита инфраструктура поддержки бизнеса. Как я уже сказала, фонд развития бизнеса, фонд микрофинансирования, центр экспорта. И все эти условия, которые в нашем крае созданы, они как раз благоприятны для начинающих предпринимателей. Поэтому большое количество еще иногородних людей, которые приезжают с севера, им наоборот интересно развивать бизнес и со своими идеями, инвестпроектами в нашем регионе. И также могу сказать, что фонд микрофинансирования занимает 1-е место среди регионов России по количеству выданных микрозаймов и по условиям микрозаймов для предпринимателей. То есть у нас одни из самых лояльных условий по выдаче микрозаймов. Также у нас реализуется программа 8,5 Министерства экономического развития, и 22 банка на территории нашего региона выдают кредиты для предпринимателей. И сфера услуг, она расширяется, именно воронка попадания предпринимателей расширяется. То есть в начале года были одни условия, сейчас они стали более доступными для большинства предпринимателей, в принципе, России. Поэтому вот эти все условия, все программы, которые реализуются на территории нашего края, тот же самый инновационный центр, который мы создаем. То есть мы сейчас также на такую почву взращиваем именно инновационных предпринимателей, технологических, которые хотят работать в нашем регионе, но той инфраструктуры еще было недостаточно.
Поэтому можно смело сказать, что все те меры поддержки, все те инфраструктуры, центры, которые работают в нашем регионе, они как раз созданы во благо для развития нашего бизнеса и для дальнейшего роста экономики. Спасибо за беседу.